Так, идем. Это в жопе мира находится такое существо под названием пирожок. Класс объекта пидор. Нет, вы понимаете, что я звук удалю, я это сам все буду потом озвучивать, да, по-нормальному. Находится он в своей камере. Да. Тупо машине мы снимаем, знаете. Первый на какую-то хуйню бегает просто здесь, просто так. И не знаю, что ты делаешь, приседай там и так далее. Это просто мне нужна основная масса видео, в котором я буду что-то рассказывать. Сидит он в этой прекрасной... Сидит в своей камере и время от времени продумывает злостный план, как отсюда сбежать. Но понимая то, что ему не удается, он продолжает коротать здесь дни нашей специальной темницы для СЦП. Класс объекта, пидор. Хватит так быстро бегать, у меня камера не успевает. Должен продемонстрировать, что такое стекло, ему показать, как бы, и вот должен к нему пройти, короче. И дальше уже ход развития, я не знаю, какой будет. Так, давай. Иди медленно. Ну, обычным шагом. Так, из-за технических неполадок мне придется вручную это убирать. Я не могу, у меня спектатор. Так, стоять секунду. Накиньте невидимости на Дени. Нет, стой. Я сейчас все сделаю. Сейчас, я сам сейчас все сделаю. Без помощи Дениса. Сейчас. Все, иди сюда, иди сюда. Стой, вот здесь стой. Оп, 173 пародирует. Заходи. Давай, реагируй на стекло. Ты же твой любимый предмет, это стекло, насколько я помню. В камеру посмотри. Это момент. Ты че, дурак, блядь? Это я вставлю на видео. Пирожок, не тупи, действуй. Ты не любишь стекло, тебя триггерит стекло. Господи, придурок. Месяц, как дебил. Нет, не убегай пока. Типа, отдай ему все стекло, и типа пирожок перестает на него обращать внимание и уходит в свой угол, а ты уходишь из камеры. Все, уходи из этого помещения. Хватит. Yes, я заснял. Так, стой, пока ничего не делай. Вот ничего пока не происходит. Начинай ломать выход себе. Так, ход Дениса. Денис, выходи на сцену. Пирожок, не сопротивляйся, начинай его пиздить. Я сказал не сопротивляться, он начинает с Денисом пиздить. Да не надо было его убивать, что вы делаете? Продолжай там сидеть, поняли? Сейчас F1, так, сидим, ждем, сейчас. Так, а теперь давай. Вот, начинай ломать блоки. Хорошо, что... Ладно, не важно. Только эти два блока, все. Не отбивайся от него. Так, Денис, в бой, пошел быстро. Денис, уходи. Да, мы закончим. Это топовое кино! Еще раз это сделай! Для дебилов, типа... Так, продолжайте контент. Я после титров это вставлю. Давайте. Да, темп фри. Оружие. Сам застроил. Еще будет смешно, если Денис начнет. Да. Будет смешно, если Денис еще отсюда попробует ему сам путь прорубить. Наоборот, уже типа новый класс убегает, типа. А теперь сделайте так, типа, Денис...
Нормально. Он его убил все-таки. Нахера? Пёсей. Как у вас там съемки? Да вообще топово. Я стою как камера, знаешь, статично, ничего. Вокруг меня что-то носится, к придурке. Верни. А, так. Это КВН. Реально. Знаешь, будет две серии. Официальная и это как его, открытие или что-нибудь типа этого. Съемки типа как проходили. Я ничего не слышу. А что там у вас? Тем временем они месяцы, короче. Руками? Давай. Не туда. Оу, фак. Лук для рабов. Там 10 аниме битв. Уже два агента, знаешь, таки просятся на свободу. Нормально, собственно. Так, погнали, все, начинаем. Пирожок, это ты сделал? Да. Зачем? Ты нам сцену сорвал. Ну ладно, хорошо, это будет просто трешак лютый. Ну неважно.